23 января 1881 года в Томске открылись две воскресные общеобразовательные школы для взрослых – мужская и женская. В них преподавали русский язык, арифметику, чтение, для женщин еще и навыки кройки и шитья. Эти школы были созданы, как отмечалось, в память об основании Императорского Томского университета. В 1922 году в этот день газета «Красное знамя» писала, что в ходе массового переселения горожан в более хорошие квартиры и комнаты только за последний месяц свои жилищные условия улучшили 123 рабочих семьи, 208 семей служащих, 70 семей красноармейцев и 316 учащихся. Советская власть продолжала реквизировать жилье и имущество у зажиточных томичей. 23 января 1986 года создан Томский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности «Томскнепинефть». Он осуществлял полный цикл научных и проектных работ для объединения «Томскнефть». К концу 20 века перечень и география выполняемых работ существенно расширились. Так, при участии этого института в конце 90-х годов была сформирована газовая программа Томской области. Прокладывался газопровод в сейсмоопасной зоне Камчатского полуострова. Проводились глубокие исследования возможных месторождений полезных ископаемых в различных регионах Сибири и Дальнего Востока. В 1991 году, 23 января, по всей стране началось изъятие из обращения 50 и 100-рублевых купюр образца 1961 года и замена их на новые. В томских сберкассах выстроились огромные очереди. На обмен давалось всего 3 дня, и это вызывало у населения панику. От сердечного приступа скончалась томичка, которая принесла на обмен 10 тысяч рублей и узнала, что имеет право обменять только 200 рублей. Впоследствии срок обмена продлили на месяц.